Привет, меня зовут Дмитрий Юрченко, и я сооснователь акселератора онлайн-школ. Сегодня у нас прошел воркшоп по выбору ниши и предназначению. Мы сначала слушали увлекательную лекцию про то, как строить миссию рода на 100 лет. Потом мы провели класснейшую сессию с Сергеем Доброздравиным. Это было вскрывающе. Прям все воодушевились, зарядились, мы обнимались, плакали, улыбались. Супер здорово. Я выступал, делился своим опытом, как личную миссию перекладывать на бизнес и как жить бизнесом в одну ногу. В следующем модуле мы уже будем готовиться к переговорам с экспертами. И, возможно, вам будет интересно, почему акселератор онлайн-школ проводит офлайн-мероприятия, воркшопы. Наш онлайн-подход в онлайн-образовании называется Blended Learning, когда мы в онлайн добавляем буквально 5% офлайна, и это просто выводит продукт в космос. Не переключайтесь, оставайтесь, развиваем вашу школу вместе с нами.